Наблюдение за климатом – очень важная составляющая научных исследований. С этих слов началось мероприятие в областном краеведческом музее. С изменением климата человечеству приходится быть готовым ко всему. Засухи приходят во влажные регионы, наводнения – в засушливые. Смерчи и ураганы появляются там, где их никогда не было. Адекватный ответ на такие угрозы – создание систем заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях. Минимальный спиртовой метеорологический термометр ТМ-2 предназначен для определения минимальной температуры наружного воздуха и поверхности почвы, достигнутой за определенное количество времени. Фотографии, а также приборы для наблюдения и изучения погодных явлений, для измерения количества осадков, психометрическая будка, барометры, барографы, гидрометеорологические вертушки. Все эти экспонаты, действующие в настоящее время, были представлены на экспозиции в Краеведческом музее. Увлекательная экспозиция стала настоящим открытием для гостей мероприятия. На нашей выставке будет небольшая презентация, охвачены моменты и истории возникновения науки, и как проводят современные наблюдения. Рассказан про наш филиал Брест-Облгидромет, также представлены приборы, которыми непосредственно проводят метеонаблюдения, и небольшие плакаты, где показана Всемирная метеорологическая организация, этот день, какая тема дня выбрана. Исследовательская деятельность всегда вызывала у детей особый интерес, ведь именно в рамках такого рода мероприятий ребенку выпадает возможность самому найти ответы на вопросы «как» и «почему». И в этом пытливым умам помогли специалисты Краеведческого музея, которые параллельно с другими образовательными площадками провели викторину. Важно, чтобы эти молодые люди, которые сегодня, вот они школьники, завтра они становятся студентами, а послезавтра они приходят в реальный сектор, но приходят уже подготовленными, да, и приятно смотреть, когда у них такие пытливые глазенки, когда у них проявляется интерес, когда они смотрят такими глазами на приборы, на вот ту историю богатую, которая исчисляет там много сот летий, что называется, да, мировой практики. Я очень надеюсь, что, понятно, немногие, но они придут как достойная смена тем кадрам, тем профессионалам, которые много лет верой и правдой служат данному вот такому очень важному направлению. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.